Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставничестве. Еще одна сфера, в которой мы должны быть подотчетны нашим наставникам, это финансовая сфера. Почему? Деньги – это один из самых мощных разделяющих факторов в мире. Деньги, на которые большинство людей были пойманы в силки греха. Как это происходит? Брать кредит или нет? Какой? Одалживать деньги или нет? Давать нищим или нет? Как планировать семейный бюджет? Несомненно, друзья, это личное. И я уже говорил в одной из предыдущих программ о том, что мы с вами должны дать право нашим наставникам делать это с нами. Сколько жертвовать? Жертвовать ли вообще? Платить ли десятину? И так далее. Финансовые вопросы, они только кажутся простыми. Это же цифры, это же простая арифметика. Получил 100 рублей, на питание столько-то, десятина 10, осталось накопление. Ну, когда ты приводишь свой семейный баланс в порядок, вдруг оказывается, что ты получил 100, потратил 300. Как это вышло? Это же невозможно. Поверьте, все возможно верующему. Мы очень легко залазим в долги, мы очень просто относимся к финансам. И нам очень важно, чтобы был человек, который сможет нас в этом корректировать. Который придет и скажет: послушай, твоя жена сказала, что вы взяли новый телевизор, купили в кредит. Но мне кажется, ты не можешь себе это позволить. У меня есть ученик, он достаточно состоятельный бизнесмен в настоящее время. Очень любит хорошие, дорогие, новые машины. И каждый раз я говорю ему: дорогой, мне кажется, ты не можешь себе это позволить. И он всякий раз говорит: все в порядке, я могу, я справлюсь. И потом он приходит и говорит: молитесь, пожалуйста, у меня не хватает денег. Все уходит на эти кредиты. И когда ты не подотчетен в этих вопросах, ты попадаешь в эти ситуации. Наставник, он же смотрит на тебя не как на человека, которого нужно просто учить. Или вам кажется, что наставники – это люди, которым просто нечем заняться? Нет. Он смотрит на тебя и говорит: друг мой, ты не можешь позволить себе этот телефон. Твоя зарплата не позволит, твои дети будут голодать. Или там у тебя есть другие затраты, пожалуйста, остановись. Наставник не имеет права перекрыть тебе кредитную карту там, или сделать еще что-то. Но он вправе сказать тебе: друг мой, ты не справишься с этим бременем. У тебя возникнут проблемы.